даже меньше. Перегрузка идет. Сцепление пизда. Ебанулся сцепление. Первый включи. Нет смысла. Поставь первый. Сцепление, ебать, пропало. Цепь порвалась. Либо цепь порвалась, либо шестеренка просто-напросто сгорела. Шестеренка, мне кажется, не было. Очень плохо. Не заебись, точно. А что случилось? Лес не включал? Воу-воу-воу, тащите мясо, будем жарить его прямо на капот, на двигателе. А нажми на сцепление. Провалилось и все. Ну, отойди, я попробую проехать сейчас. Вставляй. Как твоя? Третью попробуй вставь. Третью. Никакую вообще. Заднюю. Что происходит? Передачи не включаются, да? Ну, передачи включаются, но... С хрустом? Не, они не, все, они сорвано, сорвано, она сорвана просто. Не, подожди, а педаль сейчас сцепление в полу? Ну, она, ебать, да. Алле. Хуёво все. Сцепление провалилось. Завтра поешь, чё. Давай, открой капот, посмотрим, поможем чё-нибудь.